Як сьогодні складається ситуація із стерилізацією тварин в Житомирі, розповість практикуючий лікар ветеринарної медицини Антоніна Андрієвська. Доброго ранку! Доброго ранку! Ви, як завжди, дивуєте такими рідкісними породами, великими або малими собаками, котами, кого сьогодні ви нам сюди в студії привели для настрою і для знайомства? Це Айдар, Ньюфаундленд. Наверное, единственный у нас в Житомире, ну, во всяком случае, у меня в практике так точно на данный момент. Это редкая порода сейчас. Сложность в том, что большой, требует, да, материальных затрат при выращивании, ну и плюс еще уход за шерстью. Можно самой не расчесаться, а за ним надо ухаживать. Это собака, да. Ну, у него мама парикмахер. Еще, и поэтому, да. Мама имеет на базе его... Хозяйка, да, да, ну мы так называем. Вы так называете своего сородовича, да, я пометила, да, уже не первый раз. Да. Мама, да, тато, дитина моя. Да, 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 мы повязались, мы родили, мы там, да, мы заболели, ну вот, да, точно так же, как детям. А взагалі, звідки така порода, Ньюфаундленд? Это... Народи кажуть водолаз. Просто. Нет, 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 нет. Ньюфаундленд – это абориген с островов. Новознайденный, вот Ньюфаундленд, с английской мовы, так, в перекладе? Да, знайденный, это новый. Островная собака, и использовались они для спасания рыбаков. Вот когда шторм, когда рыбаки не могли найти дорогу, у них на лодках были ньюфаундленды, и они ориентировались и вели их домой. Использовалась их такая природная. А водолаз – это смесь ньюфаундленда, кавказской овчарки. Это выведенная порода в питомнике «Красная звезда» в Москве в 30-х годах. Она получила распространение только в Советском Союзе. И как бы на международный уровень она не вышла, в отличие от русского черного терьера, жемчужины русской, которая вот получила международное признание. Ньюфаундленд, московский дог, московская сторожевая – они не получили такого распространения, как планировалось, как хотелось. Вот. А эти собаки, скажем так, это островные собаки, вот ньюфаундленд, да, и это спасатели, это из группы спасателей, так как сенбернар в горах, так ньюфаундленд на воде. Таня, он гарно пірнає? Да, да, он может нырять. Врятувати може життя навіть людині, так? Да, 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 они спасали, они вытаскивали. Просто геніальна, да, собака. Да. Вона така велика, я вважаю, що її потрібно тримати у певному вольєрі, чи вона в будинку живе, в квартирі? Вона в квартирі живе. Квартирі? Вона в квартирі, вольєрі, да. Зачиняти таку красу. Не, вона живе в квартирі. Хочеться побільше місця, щоб було. Варіант життя на вулиці вполне можливий, тому що вона добре одягнена, вона може спокійно переносити. Переносить холод, так? Да, 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 да. І морози. Ну, ви, да, видно, вона в таких просто... країнах, де холодно. Вона не охранник, як, знаєте, генетично це собака-спасатель. Она добрая к людям, она не является таким охранником территории. Для того, чтобы... я всегда людям говорю, вот горячая поверхность утюга, горячая поверхность сковородки, и там ровненько, и там ровненько, и там горячо, и там горячо. Но мы почему-то на сковородке жарим яйца, а утюгом гладим, да, не наоборот. Хотя можно горячей сковородкой поводить по кофточке, что получится. Или на утюг разбить яйцо. Точно так же здесь, когда люди берут для охраны охотников, спасателей, допустим, там... Это, ну, им это не свойственно. Да, они своим видом, может быть, они как-то кого-то и отпугнут, но это им не свойственно. Для охраны надо брать охранника. Это кавказская овчарка, это среднеазиатская овчарка, это русский черный терьер. Это собаки, которые выведены действительно для охраны. Генетически для охраны. Это генетически добрая собака, которая вот, ну, спасает людей. Для эмоций, для спілкування? Да, да. Так, так. Айдар, ми підтримуємо. На початку нашої зустрічі Тетяна проанонсувала, що ми поговоримо зараз про стерилізацію. Скажіть, будь ласка, власне, з якого віку вже можна стерилізувати тварин? Будь-яких, чи то кіт, чи то собака? Запад стерилізують десь 2-3 місяці. Вони не стерилізованих пет-клас не віддають взагалі хазяєвам, новим хазяєвам. Це стерилізується либо заводчиками, либо в приютах. У нас же принято немножко позже, где-то 5-6-7 месяцев, в зависимости еще от веса, ну, хотя бы, скажем так, чтобы достигла 2 килограмма, там, 1,5 до 2, да, если там 200-300 грамм, ну, сложно стерилизовать, у нас, наверное, как и многое, оборудования не хватает, не хватает возможности таких вот вывести с наркоза. Сама стерилизация, кастрация, она... Ну, технически, скажем, уже отработано до самых мелочей. Самое сложное – это наркоз в этой ситуации. И нужно... Чем він, особливі складнощі його? Ну, наркоз – это маленькая смерть. Всегда.
І тому це просто небезпечно. Да, і треба вернуть к жизни, треба вивести з наркоза. Ввести в наркоз не сложно, вивести сложно. Надо, щоб задишав, надо, щоб заработало, надо все, щоб восстановилось. А у нас получается ІВЛ практически нет, в городе так нет, а в Киеве. И поэтому мы идем на такой вот очень грани. Ризикуєте, да, так, да, всегда. Каждый раз, когда я становлюсь к столу, у меня каждый раз, невзирая на то, что вот в марте 30 лет стажа, мне каждый раз страшно. Каждый раз переживаете и думаете, да, чем закінчите. Конечно, да, это такая. Стерилизация нужна, обязательно нужна. Это решение проблемы бездомных животных. Опять выбросили помет шикарных котят, два белых, черные, ну просто привезли, видать, на дизеле и положили возле мусорки, и котята вмерзли в снег. Вот в такой мороз полуторамесячных котят, они настолько красивые, я не знаю, их на ЛХ разобрали бы просто как горячие пирожки. Зачем было вывозить и садить возле мусорки, они реально вмерзли в снег. Девочки, хорошо, что бежали наши на роботу, опоздали, но ну вот там отогрели, занесла куме вечером. А, то це щаслива історія, да, все-таки щасливий, да, кінець, бо я подумала вже. Ні-ні-ні, а це щасливий кінець, слава Богу, да. Это было два дня назад или три, вчера нашли щенка, который тоже хвостик. Видать, ну, це ще то... добре, що вони, ну, оці тваринки зустрічають так, все-таки таких людей, які можуть їх забрати, ну, відігріти. Ну, а те, які зустрічали, а скільки вже ще не зустрічала. Я ж про це і видумовую. А скільки не зустрічала. От коли дівчинка принесла мені цих четверих котят послухати, посмотреть, наскільки вони здорові, а у неї кот вдома. И тоже вот, ну, визуально они клинически здоровы, да, никаких таких вот болезней нет. Ну, а носителями могут быть каким угодно и принесет коту свою проблему. Но люди, которые не держат дома животных, они не видят этих котят. Они проходят мимо, они не видят ни котят, ни щенков. Вот наша проблема в том, что у нас уже они есть, и мы еще видим, и мы еще подбираем. А когда нет дома, ну, как-то проходится мимо и или не, ну, не знаю, как, не видят их, не хотят. А порадьте, от саме, яка схема дії? От, наприклад, ти йдеш і бачиш дійсно ці кошенята маленькі, ти розумієш, що можуть замерзнути. От, і, наприклад, мені додому я не можу взяти цих кошенят. Що мені зробити для того, аби вони не загинули? Куди я маю їх привезти, можливо, десь є притулок якийсь? К сожалению, приюта у нас нет, ну, і я, наприклад, противник дуже приютів. Приют – это концлагерь. Это действительно концлагерь для животных. Там, где большое скопление животных, где нет карантина, это очень дорого и очень сложно. Вот эти кошкины дома и вот эти, скажем так, огромное количество вольеров, где собаки просто вот свозятся, сбрасываются, подкидываются под ворота, это концлагерь. Для хорошего приюта качественно должен быть обязательно карантин, для того, чтобы вновь прибывшая не заразила те, которые есть. Это как дети в садик. Вот они вроде каждый дома здоров, пришли, каждый со своей микрофлорой, и уже у кого-то сопли, у кого-то кашель, у кого-то отит, точно так же и у животных. Их свезли с разных территорий, и они погибают. Погибают очень массово. Поэтому вот такого приюта я... противник, не то что не сторонник, действительно противник. У нас есть центр стерилизации животных, центр помощи животным, там только стерилизуют, и кошек туда не берут. Самое оптимальное, что можно сделать... Безкоштовно стерилизуют, чи за гроші? Домашних за деньги, а уличных они отлавливают. И да, скільки в середньому стерилизація, наприклад, котика? Котик у нас где-то получается от 200 до 300 по городу. А кошка получается где-то в среднем от 400 до 600, вот такая. Гривень. Да, 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 конечно, конечно. Собака зависит от веса. Ну, нельзя сравнить, вот я была с йорками, да, они весят полтора килограмма, да, и ньюфаундленд. И вот это и было, да, разница такая. И в медикаментах, и в материалах, и в работе разница существенная. Коты более, скажем так, компактны по весу, поэтому там как-то можно говорить о какой-то более-менее стабильной цене. Вот вернусь, что можно сделать. Вот наша эта Аня, она побежала в соседний магазин, взяла коробку, какие-то, нашла каких-то тряпок, не знаю где, врать не буду, настелила им вот на каких-то полтора часа первых, хотя бы чтобы они могли не на снегу. Позвонила, выбросила в группу информацию о том, что есть котята, никто не смог сорваться, это был рабочий день, вторник утро. Упросила свою куму, которая вроде бы как не волонтер и не любитель особо животных, та пошла, взяла. Врятувала життя, да, тваринам. Це, да, дуже важливо. До вечора. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні і не сама, і з такою красою чарівною до нас прийшли.